вчера минус 31, сегодня минус 4 и небольшой снег. Такой подарок преподнесла природа жителям алмазной столицы. Сегодня лыжный сезон приехали открыть как профессиональные спортсмены, так и любители. Такую погоду никак нельзя упускать, сказали десятки мирнинцев, начищая свой инвентарь. 9 ноября на базе «Заречная» открыли нынешний лыжный сезон. На трассу решились выйти почти 80 человек. Иван Романов увлекается лыжами уже более 40 лет. Сравнивает их едва ли не с предметом личной гигиены. Говорит, на прокат никогда не берет, использует только свои. На прокат не те лыжи, это же совсем другие. Топовые называются они. Мастера бегут, и мы с ним тоже стараемся не отставать. Те, кто с лыжным спортом пока на «вы», могут брать инвентарь на прокат. Чтобы не покупать дорогостоящие лыжи, их можно арендовать здесь же. Для детей 100 рублей в час, для взрослых – 150. Я занимаюсь непрофессионально и беру лыжи на прокат. Хожу сюда довольно часто, цена приемлемая. Чтобы успешно пройти гонку, важно состояние не только лыж, но и самой трассы. Хотя снег выпал в этом году с опозданием, лыжню все-таки удалось подготовить. Юные спортсмены ее качеством остались довольны. Нормально. Плохое. Правда, снега слишком много. Ну, а так нормально, но все, да. Тепло. Мирнинцам удалось застать, похоже, последний теплый день. Начало этой зимы. По прогнозам, в ближайшие дни столбик термометра уже не опустится ниже минус 20 градусов. Для кого-то это отдых, для кого-то профессиональный спорт. Несмотря на разный уровень подготовки, до финиша в этот день дошли все. Анна Брянская, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край».